Да не нахер инструкции, я депутат областной думы, на заседание иду. Вы проходите, пакет не нужен, пожалуйста. Нет, а сумка не нужна. Руки убрали, сказал. Нет, да. А почему пройти документы не вряд? Дайте я пройду. Вы что, трех депутатов не пускать, чтобы в областной думы? Нет, давайте спокойно поговорим. Давайте. Давайте. Мы хотим проникнуть здесь инструкции. Пехоту убери свою. Охрана, пехоту убери свою. С инструкциями вам еще раз объяснять. Какой? Инструкции пропускного режима на заседание областной думы. Ознакомьтесь, если вы не знакомы. Пехоту убери свою. Наталья Анатольевна, ознакомьтесь, пожалуйста, депутат с инструкцией по пропускному режиму. Вот, я не, ну что мы напором-то берем? Ну давайте я все в рамках закона. Заседание иду. Да вопрос нет. Мы три депутата идем на заседание. Какие инструкции они должны соблюдать? И все, чего базар устраивать? Ну, честное слово, базар здесь как раз другие. Мы проходим вот инструкции. Не пожалуйста. Нас проверили уже. Металлический предмет нет. Почему мы не можем пройти? Я перележу деревья. Нашли базар. Куда? Куда? Что на самом деле творится? Господа охранники, объясните, что он должен? Предоставить удостоверение, что он справится в пакетке за гидрострая инструкция? Предоставить фактическую госмотр. Да вы чего? Вы не меня вы сотрудники. Я хочу пройти, я депутат образования. Вот вы не гидосмотр. Дорогой, не справ досмотр, шеф, досмотр и полиция. Полиция, идем на досмотр. Подойдите, пожалуйста, скажите, пожалуйста. Я депутат областной думы Владимир Есипов. Идем сюда, пожалуйста. Молчите, почему? Идем сюда, не пускаю. Почему не знаю? Согласно закону остаться депутат областной думы, рекламу. Я имею право присутствовать на заседании. И мои коллеги, два депутата. Обеспечьте правопорядок, пожалуйста. Прискиньте противоправные действия. Виновных лист, привлеките к ответственности. Составьте не мое, это ваши люди. А наши люди творят. Так, вот, смотрите. Вот. Закон, самый главный вопрос идет. Проголосовали за повышение пенсионного возраста. Бондаренко за народ! Бондаренко за народ! Пропустите депутата! Позор принятию такой реформы! Возьмите линейку, там дальше есть. Посмотрите. Давайте. Здесь 40 на 50 есть? Нет, слушайте, ну вы даже свои. Если нет, свои даже законы, не знаете, свои уставы. Нет. Верите? 40 есть? Нет. Проходи. Пройди, все. Это не наглядная агитация. Чего вы взяли? Не может. Вы не можете мне препятствовать. Слушайте, вы почему не пускаете думы поставить? Вы не можете мне препятствовать. Еще раз вам повторяю. Вы только что замерили коробку. Вы только что замерили коробку. Вы можете металл взять, вы только что замерили коробку. Зачем беспредел творить? Вы только что замерили коробку. Зачем?